Лопес. Итак, дорогие друзья, подходит время 7-й серии нашего сериала, которая называется «Индийские йоги, не выходя из транса», и с исполнителями городского романса. Да-да. Итак, дорогие друзья, это 7-я серия. Еще раз напоминаю, контракт заключают индийские йоги, не выходя из транса. Прошу тишины, пожалуйста. Контракт заключают индийские йоги, не выходя из транса, с исполнителями городского романса. Добрый вечер, дорогие друзья. Под ненавязчивым давлением господина директора высокие договаривающиеся стороны в лице, с одной стороны, йоги, и представители городского романса. С другой стороны, договаривались о контракте. Сначала первые предлагали в аренду ходовые позы. Как то? Гопа лотос. Колбасвана. А также
Ом со смыком. С большим смыком. В обмен на это вторые предлагали поэтический талант, как то свечи, плечи, печень, а также розы. Морозы. Угрозыск. В итоге стороны договорились повысить духовный рост посредством транса в обмен на культурный риск посредством преферанса. А сейчас прозвучит песня о трагических последствиях ненавязчивого давления. Жил индийский йог, он не знал тревог, пылкий и порывистый, как ветер. Знал он столько поз, но их всех берег той, которой лучше нет на свете. И о нем прознал парень молодой, Колька Серый из нашего района. Выучил он все мантры до одной, с придыханием, с расстановкой стонов. Та-да-да-да-да. 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 Та-да-да-да. Режь, Колька, стекло, ноги твои босые до крови. То крови душа, некому сказать Кольке о раскоцанной любови. В каждой жизни есть стремление выше. Став в осану, закурив кальян, в воскресенье на эстраду вышел. Нищий и оборванный кальян. А когда он медленно и грустно вверх поднял огромные глаза, бледнели в зале все девчонки, и на миг замолкли голоса. Режь, Колька, стекло, ноги твои босые до крови, то крови душа. Коцанай любови. Замер, наливая водку, бармен. Водку. В Колькиных глазах застыл испуг. И со стоном выскользнула карма из его ошеломленных рук. Колька падал, не могу я больно.
дается этот транс. А в это время девочку Коляна йоги проиграли в преферанс. Да, договор был прост. Колькина родня и йоги в трансе. Так закончил он свой душевный рост, отыгравши Тоньку в преферансе. Режь, сколько стекло, ноги свои босые до крови, то кровит душа, некому сказать, кольке раскосанной любови.